Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Сегодня мы вдыхаем и выдыхаем с писателем, философом Михаилом Веллером. Про Михаила Ивановича я всегда его так, знаете, как представляю. Единственный писатель среди философов и единственный философ среди писателей в сегодняшнем, во всяком случае, мире. Да и он сам себя таковым считает. Михаил Иванович, я вас приветствую. Так, вот сам... теперь объясняйте, мне можно еще раз отвечать на приветствие или было слышно прошлое приветствие? Я вас готов приветствовать еще раз, так же, как всех наших зрителей и слушателей, лучше два раза, чем ни одного. Кроме того, мне ваше представление глубоко лестное, Виталий напоминает, как было когда-то в далекие 60-е в КВН. Наш Вася Иванов лучший из лучших. Он лучший сталевар среди бегунов и лучший бегун среди сталеваров. Примерно так, да. Я почему-то вспомнил, в связи с этим был анекдот такой политический, про, по-моему, про Хрущева, если я не ошибаюсь, когда он в забеге соревнования по бегу, и он, значит, что Эйзенхауэр занял предпоследнее место, Хрущев пришел вторым, а Эйзенхауэр предпоследним, знаешь? Да. Был когда-то такой старинный анекдот. Но у нас в сегодняшней жизни много анекдотов. Что, по-моему, что не день, то анекдот. Ты как воспринял? Это как анекдот, вот этот вот визит северокорейского мальчика? Хотя он уже давно какой не мальчик. Какой же он мальчик? Он как, да. как шутит, хотя это правда, единственный толстый человек во всей Северной Корее, на остальных, видимо, не хватает триса, как шутят веселые языки. И все было абсолютно логично, потому что, простите, если с начальником Северной Кореи мог встречаться президент Соединенных Штатов, то гораздо скорее мог встречаться президент России. В конце концов, Россия – крестная мать и крестный отец Северной Кореи. Стало быть, поскольку Северная Корея была основана в общем и целом по приказу товарища Сталина, и во главу ее был поставлен майор советской армии товарищ Ким Ир Сен, который тогда, по-моему, чуть-чуть иначе назывался, то все дальнейшее совершенно понятно. Ну, а когда Советский Союз распался, а Китай после реформ Дэн Сяопина стал подниматься, то, так сказать, Китай взял на себя опекунство над Северной Кореей, которая по последние 25 лет просуществовала в общем и целом, конечно, благодаря Китаю. И это своего рода такая шпилька, каковую шпильку Китай может иногда вставлять кому-нибудь в зад, делая вид, что это вовсе даже не его шпилька, а самостоятельная Северная Корея. Ну, а поскольку все это Дальний Восток, вот товарищ Ким Чен Ын и подъехал. Так с какое там расстояние от корейской границы до Хабаровска? Они же в Хабаровске были, если я не ошибаюсь. Так, они какая были, ерунда. Они были во Владивостоке. Во Владивостоке да. Были, в Комсомольске на Амуре были. Так, ты знаешь гораздо больше меня, кто у кого должен брать интервью. Теперь расскажи, пожалуйста, историческая встреча у ворот, так сказать, гостеприимного ангара. Она происходила где? Я не знаю местоположения космодрома Восточный. Его Рогозин так долго строил, что факт затмил географию. Итак, где же Путин встречал его у дверей и у лимузина? Это космодром Восточный, а потом еще он был в ангарах авиастроительного завода. Да где находится этот чертов космодром? Я с него никогда не летал. Ну, короче, я говоря, тоже. Так, понятно. Таким образом, география – наука для извозчиков, пускай развлекаются зрители и комментаторы. Два старых идиота не знают, где все происходило, а еще берутся о чем-то судить. Я вам скажу только, что от Владивостока до Хабаровска и старыми-то медленными поездами была в общем и целом ночь езды, а сейчас подскочить на бронепоезде, которому дается везде зеленый свет, какая ерунда, а дальше ехать и незачем. Ну, все это совершенно логичная встреча, черт возьми, а чем он хуже, в конце концов, этого несчастного бывшего офтальмолога, президента Сирии, так называемого президента Асада-младшего?
Я считаю, что Ким Чен Ын более достойный продолжатель династии. Понимаете, там и армия большая, оружия много, а Сирит, что покуда возьмешь? Ну Я по да. этому поводу очень часто вспоминаю Марка Твена, незабвенного Тома Сойера, по-моему, от начала Гекофина, что же ничего не помню. А люди скажут, ну и шайка у этого Томаса Сойера одна рвань. Ну вот как-то так. По этому поводу и хотелось поговорить, но давай сразу, чтобы уж нас совсем уж такими неграмотными дилетантами не считали. Я все-таки быстренько посмотрел. Космодром Восточный находится в Амурской области, недалеко от города Циолковский. Если ты сейчас спросишь, где находится город Циолковский, я опять полезу смотреть, где он находится. Но это Во-первых, Амурская я область. считаю, что благородному мужу подобает говорить, что он не знает, всегда, когда он не знает. Это только не знаете, боятся сознаться, что чего-нибудь не знают. Я вот, например, почти точно знаю, где находится Гондурас. Так что чего же уж там. И стало быть, встретились, ну нормально, ну говорили, что, ну конечно, надо оружие, потому что не хватает. Сколько оружия у товарища Ким Чен Ына, это большой-большой секрет, но об этом же, по-моему, высказали все, кому не лень. И Северная Корея в данном случае может служить буферным государством между Китаем и Россией, и через Северную Корею Китай будет переталкивать военную помощь России. Де-факто она будет, а де-юре как бы Китай ни при чем. Но это, естественно, нормально, это всем понятно. Да. То есть, несмотря на все санкции, которым подвергается там Северная Корея, ну, Россия, мне кажется, что это просто не очень прилично, нет, вообще иметь таких друзей и через таких друзей обеспечивать себя вооружением из Северной Кореи. И это, значит, великая Россия, восстанавливающая свое величие, встающая, какой встающая, уже вставшая с колен, уже встала во весь рост, уже не видно ее головы даже, да, и она идет к этой Корее непонятной, где, значит, за плошку риса там люди чуть ли, значит, не убивают друг друга, да, и она идет туда за вооружением. Это в какой же ситуации? Понятно, что все это мои скромные личные мысли. Какие бы то ни было моральные категории типа приличий по отношению к политике неуместны и смешны. Какие к черту приличия? В таком случае сегодня вся мировая политика в высшей степени неприлична. Посмотрите на этого Альцгеймера, который с небольшим успехом изображает из себя президента Соединенных Штатов. Он такой же президент, как я, китайский мандарин старых времен. Посмотрите на того, который изображает президента Франции. Это недоразумение. Этот ставленник крупных финансовых кругов. Вот здесь советские штампы подходят как нельзя лучше. Да посмотрите вы на них, на всех. Посмотрите вы на Шольца. Понимаете, если Меркель была женский вариант тупой картофелины, то это мужской вариант тупой картофелины. Так что здесь среди этих ребят стесняться не приходится. Кроме того, что они продажны, они даже не продажны. То есть продаваемость – это норма их жизни, это модус вивенди. Так почему же, спрашивается, Путин должен быть хуже других? Вы посмотрите, как и с кем все в мире ныне имеют дело. Ну так и получайте, как аукнулось, так и откликнулось. Вот сегодня такова мировая политика. Хо-хо. А товарищ Си Цзиньпин смотрит на них свысока и с презрением. Имеет право. Ну хорошо. А чей ставленник председатель этот Си и так далее, и так далее. Эти ставленники крупного капитала. Ну хорошо. Это действительно типичная такая советская формула. А да? ставленник партийной номенклатуры председатель Си, он что, лучший политик? Вне всякого сомнения и несравненно лучший. Его трудно назвать ставленником номенклатуры, потому что в структурах подобного типа работают механизмы чуть-чуть иначе. Товарища Сталина нельзя назвать ставленником партийной номенклатуры. Он был ставленником года так примерно 3,5. А потом он всех поставил так и в такую позу, что все под ним были ставленники, а он был начальник. Это была борьба за власть в тоталитарном государстве. Это здесь это не подходит. Дело в том, что Макрона, Шольца и прочих, их снимут в любой момент.
Я тебя породил, я тебя и убью. А этого китайского товарища за рубль 20 не снимешь. Он сам снимет, кого хочет. Ну, а хорошо, тогда твое предпочтение. Ты считаешь, что государство председателя Си лучше, справедливее, самое главное, да, чем государство, как его назвать, Макрона. Ну, в общем, Макрона, короче. Макрона. Значит, мое предпочтение – это Вильям наш Шекспир, как сказано в «Бессмертном фильме». Чума на дома ваши оба. Какие же тут предпочтения? Я никого из них никому, безусловно, не предпочитаю. Я лишь повторяю ту банальную пошлость или пошлую банальность, как правильно, что политика – дело грязное. Вот и все. И определение типа «прилично», «неприлично» – нет. Можно, так сказать, поступить ошибочно или, не, или правильно. Можно уронить свой статус, свое реноме, а они всегда монетизируются. Они имеют так, адекватное выражение в самой власти и в выгодах этой власти. Если политика, я знаю, опустился и опозорен, то его власть слабее, его доходы меньше, его ресурс административный меньше. Вот все очень просто. Поскольку административный ресурс Путина стоит совсем на другом, боже мой, почему же с ним не встретиться? Почему Трампу можно, а Путину нельзя, спрашивается, понимаете ли, в задаче. Да, нужно оружие. Вот когда я удивился, когда у Ирана стали покупать дроны. Вот это экономический подъем. Вот это встали с колен, так встали, не скажу в какую позу, все и так понимают. Вот это да, это Иран в технологиях обогнал Россию. И Северная Корея тоже обогнала, получается, Россию? Или ты думаешь, что через них китайская подъема? Вот с тех пор, как я сегодня утром встал, мне еще не докладывали, как обстоят дела с военпромом в Северной Корее. Но я тебе скажу, что как-то году примерно в 77-м, а может быть 78-м, мы с другом в городе Ленинграде, вдруг в какой-то газете, да в «Ленинградской правде» же я к нему зашел в дом печати на Фонтанку, прочитали, что такой-то несчастный китаец, простой рабочий человек, жертва китайского гегемонизма, покончил с собой в городе, не помню, Пекине или Шанхае, бросившись под поезд метро. И мы сказали друг другу: ага. Из этой информации советский народ, хотя бы в масштабах Ленинграда и области, должен узнать, что, оказывается, в Китае есть метро. Потому что до этого анекдоты про Китай были исключительно как про кого-то очень примитивного, нищего и тому подобное. И таким образом, что они там делают в Северной Корее, что у них за ракеты, из каких запчастей они собираются, что они получают из Китая, что они получают из России, что они получают через третьи страны, через прокладки. Откуда нам это может быть ведомо? Там расстреливают за один намек на то, что ты знаешь, то, что тебе не полагается. Так что правда. Вот делается все-таки кое-что. Товарищ Ким Чен Ын подданным воровать не позволяет. Он вроде бы и сам-то, ну, много ли один человек сожрет? Его прокормить-то недорого. Кормил хоть сплошной паюсной икрой и паштетами славяных язычков. А остальных он держит впроголодь. Он на них вешает ордена. Я обожаю смотреть на их ордена. У них орденами увешан весь фасад, то есть от горла и до середины бедер. Весь мундир, прям крупные такие ордена, которые повешены квадратно-гнездовым способом. Он им поворует, он им поворует. Поэтому если в России все разворовывается, а потом, что можно, угоняется за бугор, причем даже сейчас благополучно угоняется, это простым людям нельзя ничего, а кому надо, можно все. То в Северной Корее, очевидно, хоть что-то, а именно исключительно работающее на войну, производится. Ну вот, вот и дожили, сказал попугай, как писали классики. Такая вот, понимаете ли, история. Дело в том, что социализм, он ведь не со всех сторон плох. Не существует ничего, что плохо во всех отношениях. Любое явление, любой процесс имеет положительную и отрицательную сторону. Поэтому если в прочном тоталитарном государстве, да еще таком небольшом, как Северная Корея, вождь приказал не воровать, иначе убивать буду, не воруют,
Так же, как государство, где за воровство рубят руку. Ну, неохота никому руки дышаться за какую-то ерунду, которая как пришла, так ушла. Поэтому там что-то может развиваться. А вот что развивается в России, сказать трудно. Поэтому, когда что-то получается, то при известиях об этом возникает такое чувство не то чтобы благодарного удивления, но вот что-то такое вот интересное, что даже интересно, что что-то получается. А и кто таким получает? образом, вот это вот уравнивание, это так же, как организация БРИКС, все эти развивающиеся Бразилия, Россия, Китай и прочее. Это напоминает старинный советский анекдот. Я прошу прощения у всех представителей гордого этого чукотского народа. Как объясняют чукчи десантнику, что нужно прыгнуть, сосчитать до 10 и дернуть кольцо, прыжок запасным, с раскрытием уже через какое-то время после покидания самолета. И вот он летит, и он не может сосчитать до 10, он сбился, и уже близ земли, откуда-то пахнуло таким теплом, ему навстречу прилетает другой чукча. И он у него спрашивает: твоя тоже парашютиста? Он говорит: нет, моя сапера. Так вот, в организации БРИКС одни государства поднимаются, а другое опускается. И вот на этот момент они встретились в одной группе. Но промышленность России, экономика, продолжает разваливаться, а те, наоборот, чуть-чуть продолжают подниматься. Такая горестная история. Таким образом, обращение за помощью военными материалами к Северной Корее, ну, это тоже вот и встретились, как писали в комментариях, когда раздутый красный Кадыров беседовал с вцепившимся в стол Путиным. Вот и встретились два одиночества. Вот историческая встреча, можно сказать. Да, это правда. Такой вопрос в связи со всем тем, что ты нам рассказал. Первый вопрос, если вернуться к аморальности политики. Можно тогда оправдать все, что угодно, да? Начали нет, войну? Нет, ни в коем случае не оправдать. Объяснить и оправдать совершенно разные вещи. Можно объяснить, согласен, почему крокодил съел антилопу. Но при чем здесь оправдание, если ты антилопа? Понятно. Нет, это, понятно. Это только объяснение. Дело понятно в том, что человек, контора, организация, страна, которая может позволить себе все. Она может позволить себе все в полусфере хороших поступков и в полусфере нижней плохих поступков. Поэтому она может, вот, на 360 градусов. А хороший человек, страна и так далее, позволяет себе только верхнюю полусферу, только хороший, 180 градусов. А тот, у кого есть 360 градусов по всей окружности выбор, конечно, в результате будет сильнее того, у кого только половина арсенала. Это так просто. Поэтому политика – вещь насквозь прагматичная, морали – это совершенно другое. Морали изобрели не для политики. Морали – это абсолютно иная вещь. Мораль – это инстинкт группового выживания, наложенный на плоскость человеческих отношений, межчеловеческих и оценок. Люди выживали вот миллион лет назад только группами, спаянными группами. А группы 20, 40, 50 человек, не больше. И вот здесь один за всех и все за одного. И вот это было заложено на уровне инстинкта. Это все равно, что есть стайные животные и стайные насекомые. Человек – существо групповое, стайное, социальное. Это сформулировано со времен древних греков. Совершенно понятно. И вот мораль, она имеет прямое самое отношение именно к этой группе. А уже разрастание огромного государства по мере его усложнения, по мере усложнения его административной структуры, по мере наращивания его экономической мощи, входит в противоречие с моралью. Потому что мораль, вот нас полста, мы рота или мы артель, между собой мы абсолютно честны. Гада мы изгоним, избив мгновенно, делимся мы всем по-честному, и каждый делает комрадам, что может. А когда есть десятки миллионов людей,
и большинство из них ты никогда не увидишь и не узнаешь, то это уже не сработает. А кроме того, сама структура власти в государстве, она противоречит интересам каждого отдельного человека, иначе государство не может существовать, потому что государство – это, конечно, не аппарат насилия, это все марксистская демагогия. Но то, что оно включает в себя и аппарат насилия также, да, разумеется, это так. Вот поэтому мораль и дела на уровне государственных, межгосударственных отношений – вещи принципиально несовместимые. Но хороший политик всегда знает, что люди норовят все оценивать с точки зрения морали. Поэтому, как сказал Черчилль, правда – предмет столь драгоценный, что его можно отпускать только в сопровождении эскорта лжи. Сэр Уинстон был умный человек, и цинизм его бывал очаровательным совершенно. Таким образом, политики всегда врут про священную миссию, про союзнический долг, про то, про сё и так далее, и так далее. А на самом деле жестко прагматичные интересы государства, в лучшем случае, а в худшем и частом интересы правящей верхушки. Какая мораль, о чем вы говорите? Ну да. Но все-таки говорят иногда, что в обществе есть какая-то там господствующая мораль. То есть когда морали разных групп между собой, ну, если хочешь, конкурируют, и одна берет верх, да, одна той группировки, которая у власти. Значит, групповая этика еще не есть мораль в обычном смысле этого слова. Групповая этика – очень интересная вещь. Групповая этика, если в ней разбираться, она понятна вот на уровне тех экспериментов, которые ставили американцы на рубеже 50-х, 60-х годов. В то время социальная психология так взлетела в Штатах. Это было нечто необыкновенное. Я сейчас не помню, чей это опыт. Вот и сейчас эти фамилии у меня смешались в голове, потому что всю ночь занимался совсем, понимаете ли, другими предметами. Когда испытуемый вставляется в группу, где 9 человек, они подставные, они будут говорить то, что сказал экспериментатор, а 10-й в самом деле исследуемый. И вот 3 прямые линии, где одна явно короче 2 других. И когда спрашивают подряд, какая линия короче, я упрощаю сейчас для понятности, чтобы не объяснять, то 9 подговоренных говорят, что короткая длиннее, а длинная короче. И 10-й, последний, впадает в неуверенность. И, если грубо, примерно половина или более половины короткую называет длинной, а длинную короткой, ну, чтобы сказать так, как все. Это говорит о чем? О том, что социальный инстинкт, инстинкт единства группы, только группой можно вместе победить, или вместе спастись, или вместе бежать, или вместе прокормиться. Социальный инстинкт сплошь и рядом важнее это того, что человек знает, понимает, чувствует сам через собственные органы чувств. То есть важнее там ориентирование и прочего-прочего. Таким образом, когда мы берем какого-то обычного человека с обычными представлениями обо всем, из обычной семьи, кончил обычную школу, нормальный человек, и вставляем его в какую-то группу. Предположим, это группа солдат, которые занимаются диверсиями. Или, предположим, это группа строителей. Или, предположим, это шайка воров. Ну, сложилось так. Проходит максимум 2 года, и человек полностью адаптируется в структуру, в которую попал. Причем 2 года это был огромный срок. Обычно адаптация происходит очень-очень быстро. То есть, я знаю, иногда в считанные часы. Вот человек просто хопа и меняет свою социальную роль. Он отец, да, но одновременно взяли в армию, он солдат, сержант или кто-то еще. Но одновременно, вот, допустим, вот, ну, я знаю, на баяне играл в школе, он баянист. Все это разные социальные роли, скажем так. И вот теперь к морали. В разных группах есть свои этики поведения.
Нужно спасать комрада любой ценой, или нужно комрада пристрелить, если он ранен, чтобы группа успела выполнить задание. Нужно честно делиться со всеми вокруг, или нужно своей группе урвать все, что можно, потому что все так делают, и прочее, прочее. Апофеоз, скажем, это лет, по-моему, 6 назад, точнее, не помню, по-моему, на Петербургском экономическом форуме Греф, который совершенно, значит, уже растворен в своей группировке, сказал, что ну, опасно и неправильно давать людям серьезное образование, потому что если люди станут все умными, образованными, невозможно же будет управлять. Тут зал слегка варежки-то разинул, а, значит, Герман Оскарович-то немного, так сказать, тавоз показал нижнего белья ненароком, что так это этика всей этой группы. Это же не сам по себе Греф. Кто Греф? Да никто один по себе. Это вся команда. Это командная этика. И вот этика, условно говоря, кремлевской верхушки, с этикой рабочей артели, именно артели, где артель пашет на себя, и где того, кто работает плохо, ничего держать не станут ни одного дня. Это разные этики, разные. Вот. Но нельзя говорить, что это разные морали. Хотя своего рода это эрзац морали. Но мораль-то остается всегда одна. Потому что ну, практически всегда, если человек не был психически ненормален, то со сдвигом любой грешник знал, что он грешник. Он мог говорить, что все грешат, что лукавый попутал, что то сё. Но любой вор знал, что всё-таки вот с какой-то точки зрения, при том, что ну, у серьезных воров, вор – это профессия, они полагают, что они такие есть, потому что они рисковые, они храбрые, они готовы идти на зону и так далее, и так далее. И тем не менее, это только внутри своей группы. Потому что они скажут, что да все воруют, кто может. Но вот никак иначе. Кстати, что интересно, я это однажды слышал от Груздева, когда с Груздевым был еще, я знаю, 10, 12, 14 лет назад, не помню. Он был, так сказать, рядовым сенатором, еще даже не губернатором. Или не сенатором, а просто депутатом, хрен его знает. И когда, значит, мы с ним припирались на поединке... Он был губернатором Тульской области же, да? Это еще до того, как он был губернатором. Да. До того. Когда он сказал что-то, зашла там речь о каком-то, знаю, крупном чиновнике, воре, он сказал типа, а вам что, завидно, да? То есть вот это, понимаете, этика. Когда я пробурчал под нос, но микрофоны хорошие, с таким счастьем мы на свободе. И генерал Гуров, который тогда был еще Саша Гуров, депутатом и жил в Москве, мне потом позвонил, сказал в восторге, что когда ты это сказал, я аж подпрыгнул. Уж менты-то, понимаете, эту вещь, это так, на уровне записей на первой странице хрестоматии. Так вот, что касается морали. Вот эти вот групповые этики, они, да, вступают в противоречие друг с другом, но христианская мораль всегда была неотменима до, скажем так, 20 века, когда социалисты всех мастей взялись за дело всерьез, потому что вера в научность социализма, коммунизма не должна иметь никакой конкуренции в лице никакой церкви. И вот сейчас мы имеем чудесные совершенно результаты, когда подожгли, жалко, что не сожгли дотла, 5 школ в Шарлеруа в Бельгии. Причем сообщения в прессе, ну там должны были вести уроки новые сексуального образования для школьников, про то, про сё и так далее, что против были католическая и исламская общины. Католические общины везде против, и нигде школ не ждут. То есть это сделали мусульмане, и вот в этот момент я был готов стать мусульманином, присоединиться к этому действию и сказать, что совершенно праведное дело сжечь эти рассадники порока. И вообще, ребята, здесь мы с вами совершенные единомышленники. Это к тому, что вот то, что пришло на место христианства, полная импотенция. И ислам, который является сейчас системообразующей структурой взглядов
Вот какая история. Сейчас ислам играет роль, сходную с тем, чем было христианство во втором и четвертом веках в Римской империи. Когда людям было все можно, а людям нельзя, чтобы было все можно. Людям нужен идеал, пример, образец для того, чтобы знать, что вот так жить правильно, потому что так надо, и это хорошо и должно. А иначе неправильно и плохо. Вот религия это говорит, а толерантность ни хрена не говорит. И посему вот нынешние пляски на костях, они не вечно будут продолжаться. И говорю, я со злорадством думаю о нынешних молодых толерантных, на которых оттянутся так, что они не будут знать, где у них заднее место, где переднее, а где все остальные. Возвращаясь к политике, знаешь, я всегда говорил, что политику вообще ожидать действительно морали от политики – это глупо, но политика – это всегда ты выбираешь меньшее зло. Ты никогда не выбираешь добро. Ты выбираешь меньшее зло. Что? Добро и зло не существуют сами по себе, а всегда относительно чего-то, относительно какого-то процесса, какого-то действия. Это всегда выбор противопоставления одного другому. И всегда встает вопрос, это зло для кого чего и добро для кого чего. Политика этот вопрос решает постоянно, где самый удобный пример, огромный, изученный, хотя оболганный страшно, но после Суворова это выглядит иначе все. Это Вторая мировая война, где все четыре стороны хотели этой войны, а именно Германия, Советский Союз, Великобритания и Америка. Но хотели ее по-разному, по разным причинам и шли к ней разными путями. Вопрос, когда Черчилль стоял на позиции непримиримой войны с Германией, это было добро или это зло? С точки зрения всего нормального человечества, это вроде бы добро, правда? Англия почти 2 года в одиночку противостояла и Третьему рейху. И это было очень нелегкое противостояние. А теперь мы берем полет Гесса. Уже всем известно, понятно, кто интересовался, что он летал с предложениями сепаратного мира. Речь только об условиях заключения этого мира. Но в том случае, если бы сепаратный мир был заключен, то мировой войны не было бы. Потому что еще на мае 41-го, на 10 мая 41-го года, жертвы были. Ну, понимаете, ну, не то, что далеко, не так огромный, как в 45-м, а составляли просто ничтожную часть от всех жертв мировой войны, когда она разгорится. То есть, с этой точки зрения, это было бы добро. Но Германия пошла бы на Советский Союз или не пошла? Германия была абсолютно готова к нападению, полагая, скажем так, что это нападение со стороны Германии носит превентивный характер. Совершеннейшее убеждение немцев. Не будем сейчас вдаваться в то, что объективно, необъективно и так далее. Если бы пошла, ну, жертв было бы меньше, но без всякой помощи союзникам Советский Союз не устоял бы. Потому что положение было страшное к концу 41-го года. Это количество пленных 3 миллиона 800 тысяч. Эти потерянные мощности, потерянные заводы, потерянные, понимаете, сырьевые базы и прочее, прочее. Это все было кошмарно. Когда говорят ленд-лиз, ленд-лиз, взрывчатки не хватало. Вы понимаете, какая история? То есть стали не хватало, хрен знает чего, цветных металлов, добавок не хватало. Ну, вот понимаете, вопросы тогда, что дошли бы до линии Архангельск, Баку немцы, откатили бы союз за Урал. Ну, вопрос, это было бы хорошо или не очень хорошо? Может быть, хорошо для Германии,
но категорически нехорошо для Советского Союза. Зато это было бы, может быть, хорошо для Англии, тоже бы не было, потому что германская наука и техника превосходили английскую. Профессионализм немецких рабочих превосходил английских. И тогда Германия стала бы доминировать, а Англии пришлось бы съеживаться. А в результате что? А в результате Черчилль и Рузвельт подписали Атлантическую хартию. А эта Атлантическая хартия означала конец Великобритании, потому что эта хартия включала в себя статью о свободе торговли на всех территориях для подписавших хартию. Это означает, что Америка беспошлинно торгует своими товарами на всей территории Британской империи. А это означало конец Британской империи, потому что Англия не могла конкурировать с американской промышленностью, американскими ценами и американской способностью к демпингу, если на то пошло. То есть для Америки это было полезно, а вот Великобритания здесь как раз выбирала из двух зол, что делать. Вот, и Черчилль понимал, что происходит. Это историческая, понимаете, встреча на борту Дюка Уэльского, когда Рузвельт ему выкручивал руки с этой хартии, и оба понимали, что другой понимает все. И так что вот это, здесь вот Черчилль выбирал из двух зол. Вот, вот здесь да. А что это было зло? Так это было зло или, может быть, добро? Потому что без этого и не был бы сокрушен Третий Рейх, без этой хартии. То есть каждый раз нужно разбираться в кучах мелочей. Это простой поступок. Допустим, там убийца режет невинного человека. Вот здесь чистое зло и нечем совершенно судить. А обычно очень сложно разбираться, где добро и где зло, когда речь идет о политических процессах. Вот Пол Пот, который взял власть, это безоговорочное зло. А какой идиот учил по подобных Пол Поту учил в Сорбонне? Может быть, нехрен их было вообще туда принимать? А закричали бы, что это зло, это расизм, это национализм. Как же это так? Вот, понимаешь, какая история. Ну да, видишь, я говорю о более простых вещах, понимаешь, что просто людям вот этот вот выбор меньшего зла, выбор меньше добром и злом, и этот выбор надо людям давать. Надо давать возможность для этого выбора. Потому что ну, нельзя, конечно, голосованием решать, начинать войну или нет, да, но можно тем же самым голосованием решать, кто тобой будет руководить, тот, который объявит войну или тот, который не объявит войну. Я так примитивизирую этот вопрос. Значит, в так называемых демократических государствах парламент дает позволение премьер-министру или президенту объявить войну другому государству. Самочинно он объявить войну не может. Те времена, когда король говорил «я повелеваю», те времена прошли. Были такие времена. А что касается предоставлять выбор, выбор берут, выбор завоевывают, и здесь уже у кого как сложилось, о чем говорить-то. Борьба добра со злом – это все равно, что борьба лучшего с худшим. И, что принимает форму, если нет лучшего с худшим? Лучшего с хорошим или хорошего с лучшим. Все получается то же самое. Диалектика называется. Ну, куда ж тут, понимаете, денешься? Человек – существо принципиально неудовлетворенное. Сам по себе тезис о том, что вот удовлетворим все потребности при коммунизме – это совершенно бредовый тезис неграмотных людей. О чем здесь говорить? Это правда. Возвращаясь к нашему северокорейскому гостю, ну, не только к нему, да, и вообще к тому, что делает Россия в последнее время, и даже то, что говорит Россия в последнее время, не перестает ли быть Россия европейской страной? И вообще вот в этом, полуторавековом споре, которым уже, по-моему, все начали какое-то время назад забывать, я имею в виду между славянофилами и западниками, да, он как-то вдруг, по-моему, опять возник, да, немножко, как мне кажется, искусственно, но тем не менее, да, опять появляются философы, которые себя называют сначала евразийцами, а теперь там проводниками там, русского национализма и так далее. И в общем, короче говоря,
куда идет Россия, на восток или на запад? Вернее, и где ей нужно находиться, где ее место? Ряд ответов соскакивают с языка мгновенно. Все они непочтенные, они, может быть, смешные, но непотребные. Куда идет и где место? Вот, каждый слушающий уже вставил свое слово, я полагаю. Значит, это очень интересно. Человек, живущий на Камчатке, европеец или нет? Заметьте, большинство жителей в Восточной Сибири, Приморье, Дальнего Востока, западнее Урала никогда не бывали. Хорошо, мы говорим об европейской культуре, хотя я не помню, где я недавно прочитал эту чудесную шутку, что с точки зрения якутов и чукчи – это малочисленный народ Крайнего Севера. С точки зрения русских, якуты – это малочисленный народ Крайнего Севера. С точки зрения китайцев, русские – это малочисленный народ Крайнего Севера. Вот очень, очень смешная, по-моему, пирамида. Так вот, человек, живущий на Камчатке, он европеец или нет? Так, значит, сотни километров Берингов пролив, а человек, живущий на Аляске, он европеец или американец? То есть понятно, что мы говорим не столько о географии, сколько о культуре. Можем ли мы Австралию назвать европейской страной? Ну, скажем так, страна европейской культуры, Британского Союза там была и так далее, и так далее. Значит, сама постановка вопроса вечная совершенно. Ну, вечная, знаю, последние 200 лет, например, или сколько. Россия, Европа или нет? Говорит о том, что есть сомнения. Сомнения говорят о том, что нет уверенности. Нет уверенности в том, что Россия – Европа. Тогда начинается вопрос, да чем же, собственно, Россия не Европа? Тогда начинают смотреть вглубь истории и говорят о двух моментах. Первый момент – это православие. Православие пришло из Византии, которая пала навсегда в 15 веке, которая была такая бюрократическая, удушливая империя, что дальше некуда. То есть она уже перестала быть великой и прогрессивной к тому времени давно. Вся Европа, она пошла по римскому пути, то есть или католицизм, или Лютер и последующие войны за реформацию, протестантизм. А протестантизм – это совсем не то, что католицизм, а к православию, вот как протестантская этика, вообще нахрен не имеет отношения. Ну, а об этом есть знаменитая отдельная работа Макса Вебера и так далее, относительно протестантской этики. С этой точки зрения православная Россия – не Европа. Вот такая вот история. Потому что даже Византия, строго говоря, вот этот осколок Римской империи, это уже была не Европа в последние века своего существования. Это был какой-то реликт такой, очень интересный. Не будем углубляться сейчас в историю Византии, тоже далеко, понимаете, уйдем. А было потом как? А были потом монголы. Самих монголов было очень мало, как известно. Почему же была устроена, завоевана и стояла какое-то время, правда небольшое, вот столь огромная империя? Они умели выстраивать рациональное государство, абсолютно веротерпимое, абсолютно какое-то управляемое и прочее. Эти порядки подходили в результате завоеванным народам. Кому не подходили, тех истребляли. А очень быстро оказывалось, что в этой огромной империи, как в Советском Союзе, можно делать свои большие карьеры, можно подниматься, можно занимать любой пост, кроме великого кагана, хана. Потому что если ты не чингизит, то тебе не положено. А до любой другой высоты, до эмира, до беклербека подниматься совершенно можно было. Вопрос. Поскольку монголы прошли по всей Московии, по всей Киевской Руси, вот, по всей Литве и так далее, и следы остались. Вопрос это был европейский путь или не европейский путь? Здесь начинаются вопросы. А потом, понимаете, Иван IV, совершенно своя история. Вот это мы берем от Византии, а вот это мы берем от Орды, а вот это мы берем от Рюриковичей. Ну, то, что от Орды в нашей историографии очень долго и старательно замалчивалось.
Но что значит замалчивался? Тут замолчать невозможно. Достаточно вот посмотреть на карту, понимаете, Орды и на карту Российской империи. Это практически одна и та же карта. Иван IV ее и восстанавливал. Так вот, понимаете ли, это несколько мешает европейскому-то представлению, статусу и этике и так далее. Потом Петр I начал модернизацию, а модернизация означала европеизация. Потому что Европа на тот момент была впереди планеты всей очень решительно. Вся европеизация, слушайте, то есть Петра, то, боже мой, вся наука, все искусства светские начались с Петра. Все они были имплантированы из Европы. Мне очень нравится еще со школьных учебников фраза о немецком засилье в Академии наук. Да Академия наук только из немцев со шведами и была. Петр их привез сюда на хорошее жалование, хорошую работу. Потому что своих-то не было никого. Вот, вот и смотрите, Европа – это не Европа. И потом в XIX веке русский, российский царизм Европе был уже категорически не свойствен. Но потом был Советский Союз. Вот это залудили, вот это да. Можно ли считать структуру, вот по структуре своей, по политическому устройству Советский Союз Европой? Да в страшном сне нет. То есть, конечно, хотели бы, господа социалисты, устроить такое по всей Европе, но не прошло. Так что вот, если брать страны так называемого санитарного кордона, страны народной демократии, ну, падла, наш новояз, он никакому не уступит, разве что современному левацкому. Да, современный левацкий, конечно, будет круче всех. То получается, что Россия, она вроде бы, она имеет вот некую такую кору европейскую, а по своему политическому устройству, а политическое устройство проистекает из ментальности народа, из территории, из ресурсов, из всей истории, из всей традиции, из всего, из того, что разные народы на своих землях, имперское устройство. Не Европас. Вот здесь не Европас. Таким образом, это вот такой интересный гибрид. Вот Лев Николаевич Гумилев называл такие образования химерой, но применить их к Российской империи или к Советскому Союзу, разумеется, не смел. Он в жизни всякого нахлебался, он в лагерь обратно не хотел нисколько. Вот по терминологии Гумилева это получается химера. Но мощная такая химера со своими положительными чертами, но отрицательные всем сегодня явно. Что получается, что начиная с кого-то, значит, правители России были европейского происхождения, да, все императоры. Чего? России, а. Российские, да. Правители, да, да, были, да, европейского, да, происхождения, попадая, да, в Россию. Со своей европейскостью, европейскость уступала, проигрывала вот, то ли ментальности, то ли географии, то ли пространству, то ли духу, который царит вот на этом огромном участке территории, да, суши под названием Россия. Вот любой европеец, получается, попадающий сюда, приезжающий со своей европейскостью, перестает быть европейцем и становится кем? Евразийцем. Один человек изменить государство не может никак. Вот уж как Петр I старался, но личность была до крайности незаурядная. Совершенно. Затем настал век вот этих вот императриц, дворцовых переворотов и так далее, и так далее. И, ну, здесь уже женщины были разного ума, а потом уже, значит, наш Александр I, который тоже хотел сделать как в Европе, но плохо получалось. Имперское устройство обязывает много народов на своих исконных исторических землях. Это башкиры, это татары, это якуты, это буряты, это народы Северного Кавказа, это народы завоеванного Туркестана. А Туркестан завоеван уже вторая половина, понимаете, 19 века. Как их держать? Их надо держать силой, иначе они не удержатся. Никак.
А тогда получается, что нужен мощный силовой аппарат. А тогда ты должен обязательно опираться на верхушку, потому что один ты править не будешь. А чтобы верхушка была тебе верна, тебе надо ее хорошо кормить. А чтобы ее хорошо кормить, нужно, чтобы у них были земли с крепостными. Потому что если ты уберешь у них крепостных, они удавят тебя в мгновение ока. И все это отлично знали. Вот. Вот так вот оно и получалось. Как это переделать-то? И если бы сюда приехало, допустим, я знаю, условно говоря, 20% активных европейцев, немцев, англичан, испанцев, и стали бы переделывать, можно было бы о чем-то говорить. А так малое растворяется в большом. Это абсолютно естественно. Вот была республика немцев в Поволжье, а немцы приезжали еще при Екатерине. Она их сюда и приглашала на очень льготных условиях, потому что попустовали огромные земли, а немцы умели хозяйствовать. Вот в республике немцев в Поволжье голода никогда не было, и все росло. Не стало там немцев, и не стало там изобилия, и не привилится. Ну, что можно сказать на тех же самых землях? Вот поэтому иногда сдается мне, хотя я не могу об этом судить, конечно, Путин мечтал бы управлять немецким народом. Люди послушные, аккуратные, работящие и так далее, с ними же работать одно, понимаешь, удовольствие. Как понимаешь, что он хочет сделать с этой страной и с этим народом? Это какой-то личный идеал, который он себе нарисовал, или так ему выгоднее и так ему удобнее? Я полагаю, и говорил это много раз, что практически любой правитель видит благо Родины и желает этого блага своей Родине совершенно искренне, но только в секторе своих личных интересов, чтобы его благо совпадало с благом Родины. Если его благо будет расходиться с благом Родины, эти шутки не пройдут. Это, если я не путаюсь, Сципион Африканский удалился из Рима к себе в имение, сказав, что вот он как умел служил Родине мечом верой и правдой, если это надо, то он вообще удалится, если это нужно для Рима. Такие случаи крайне редкие. Знаете ли, когда Сулла говорит, а теперь, ребята, без меня, я уезжаю на свою виллу, я болею, плохо себя чувствую, я свое уже сделал. Обычно держится до последнего, сколько могут. Ну, а военное положение – это любимое положение людей, которые хотят оставаться у власти, и чтобы власть эта была максимально полная. Потому что чрезвычайное положение, военное положение, во-первых, оно расширяет полномочия власти, а во-вторых, вот по социальному инстинкту, называйте его стадным инстинктом, который как бы составная часть социального инстинкта, масса должна сплачиваться вокруг вожака при опасности. А вследствие всей истории, вследствие разнородности, вот этнической и земельной Российской империи, Сталин – это отнюдь не случайное явление. Таких случайностей не бывает. И нынешняя идеализация Сталина широкими массами говорит о том, что для российского народа, именно для российского, отнюдь не только для этнических славян, потому что кого-то чистокровного в России найдешь, понятно, с большим трудом, веками все мешалось. Вот объединение, координация, структуризация в такое государство, которое может работать, заботиться о каждом, карать воров, это именно государство вождизма. Вождь сильный, строгий, но справедливый, умный. У самого старая шинель, стоптанные сапоги, работает денно-ночно на благо государства, враги его боятся и уважают, принял с сахой, оставил с атомной бомбой, хотя это вранье жуткое, и так далее, и так далее. И вот условный Сталин – это вот такой вот некий идеал, я бы сказал, это юнговский архетип вождя, который потребен большому, разбросанному, ну, плохо организующемуся народу, вот для того, чтобы все было хорошо, правильно и организовано.
Вот европейцам это давно не свойственно, потому что Европа произросла изначально из военной демократии. Когда шли, будь то варвары, будь то менее варвары, и в своей дружине, в своем войске существовало достаточное равенство, а предводитель был только первый среди равных. Ну, то же самое, что было, да, мы берем мифологическую версию за неимением лучшей, устоявшуюся, Рюриковичи, Норманы и так далее. Нормандская дружина – это были равные. Вот какая история. Но потом было много всего всякого приходящего. Из этого в конечном итоге вот и получился парламентаризм, который сначала, это значит, Великая Хартия Вольностей, когда бароны принудили Иоанна Безземельного исключительно в своих баронских интересах, но также в интересах всех свободных людей. А свободный человек, у которого не только есть кусок земли, но который способен оборонить свою землю, жилище, семью, имущество. А потом это республики Нидерландов, это уже, понимаете, в XVI веке, первые вот такие республики на территории Европы. Какое там? То есть до Французской революции сколько было всего? В конце концов, американская гражданская война и конституция были раньше Французской революции. В России не было ничего подобного. Вот какая история-то. Так что, ну, мы о чем говорим-то? Вот А поэтому вот так. не обидно, разве должно быть россиянину такая вот обреченность? Многое обидно, многое несправедливо, многое надо переустроить. Так вот, чего хочет Путин? Вот задан вопрос. Совершенно естественно, удерживать власть. А для Это того, чтобы понятно. удерживать власть, нужно думать, как рулить. Вот и все. И здесь, ну, разумеется, масса людей продажных. Я помню, как опять же, тут я как-то, ну, давно уже, года два назад, полез в Википедию, и оказалось, что когда-то на знаменитых Соловьевских барьерах и поединках, я уже забыл, что было сначала, я был по частотности третьим гостем. Самым частым, если я сейчас не буду, был Жириновский, вторым Новодворская, а третьим Веллер. Значит, я проиграл три раза из, допустим, 25, не помню точнее, сколько я там был. Из них один раз был честный, когда я встречался с Анпиловым, я был совершенно болен, я ничего не соображал, я не хотел идти, но, очевидно, я был креатурой Суркова, просто сам этого не знал. Если Сурков сказал поставить вот этого, то уже, значит, никто не хотел менять, я был уговорен и привезен. А что касается еще там двух других, это были подставные, подкрученные счета. Я вспомнил, потому что один из них, Александр Андреевич Проханов, с которым лично у нас прекрасные совершенно сложились отношения, он умный человек, он остроумный человек, он образованный человек, все понимающий человек, он прекрасен в общении, но приходится, так сказать, да, иногда работать в найм. Выразимся мягко, работать в найм. Вот он, очевидно, работал в найм, когда он говорил, что, конечно, Путину надо оставаться на третий срок и навсегда, потому что он только собрался, и тут Проханов, вот при его фигуре, возрасте, как-то так изобразил позу чапаевского конника, который привстал на стременах и сейчас будет трубить всякую нечисть. Это он показал, как Путин будет трубить всяких там плохих людей, коррупционеров и так далее. Классно совершенно показал. Царя хотите посадить себе на шею или что? Так вот так вот и держится. Для этого существует, понимаете, администрация президента, ФСБ и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так что здесь внешняя политика. Что такое прежде всего для Кремля был Крым? Сумасшедшее повышение своего рейтинга. Сумасшедшее. Потому что осенью 11-го, зимой 11-го, 12-го массами населения, ну, интеллигенция, люди по образованию, почти все воспринимали это возвращение как плевок в душу. И власть несколько притовоз, когда на той же Болотной улыбающиеся милиционеры, удивительно бестолковые оппозиционеры, как на Руси повелось, которые произносили совершенно бессмысленные речи, совершенно ничего не делая. Вот, но власть струхнула.
И этот знаменитый путинский проезд по вымершей Москве, как будто, я знаю, то генерал-оккупант Гаулейтер едет по покоренной Москве. Ужас какой-то. А после Крыма-то все стало иначе. У Ежелеца, моего любимого, среди прочих гениальных афоризмов есть такой. Мужчина долго находится под впечатлением, которое он произвел на женщину. Так вот, политик долго находится под впечатлением своего очень успешного, по его мнению, хода. Поэтому я помню, как Путин стоял перед толпой, ну, вряд ли ему глицерин под веки закапывали. У него буквально слезы стояли на глазах. Это было умиление, это был великий лидер в единстве с народом и так далее. Понимаешь, что касается Крыма, который вернулся в родную гавань, это уже из другой саги. Совсем не то обещал мне Ярл, когда приглашал с собою викинг. Вот как-то получилось. Так что чего хочет? Сидеть сколько может. Это не тот случай, когда вход рубль, выход два. Это такой случай, когда выход у тебя только в могилу. Ну это всем давным-давно известно, понятно, о чем тут говорить. Так что вот то, что мы имеем. После нас хоть потоп. То есть мы вот сейчас вот рейтинг сделали, и вы, и вот. А то, что последствия, это нас не волнует. Нет. Я сказал 5 минут назад. Их волнует благо Родины. Но только в том секторе, где лежат их личные интересы. Поэтому, конечно же, вот власть это во-первых, а интересы во-вторых. И главное для них совместить. И они все убеждают себя. И через 2 года становятся убеждены полностью, что иначе действовать неправильно. И что они радеют о благе Родины. Но уж себе постольку поскольку, так же понимаете, да, работать надо. Мы же за все хорошее и прочее. Все очень просто. Ну а для Михаила Веллера, писателя и философа, главное было нас убедить в том, что политика и мораль – вещи несовместные. По-моему, убедил. Да нет. Спасибо. Это давно всем известно. Во-первых, это давно всем известно. Во-вторых, я никого не собирался ни в чем убеждать. Я изложил свою скромную точку зрения на эти предметы, что, так сказать, еще долго плыть по этому морю, волны которого сделаны отнюдь не из морской воды. Это было скромное мнение Михаила Веллера. Спасибо и до встречи. Спасибо большое. Спасибо.